Но для нее это было очень легко влюбиться. Ну, по крайней мере, вот по-человечески в Хабенского, потому что он ей очень помогает. Она школьница, она ее первая большая картина во взрослом. Она снималась, когда ей было 12 лет, у Бори Грачевского в «Крыше». Ну, вот такой же. А, то есть это «Школа Ералаша», да? Да, да. Нет, ну это «Крыша» был такой фильм Грачевского. Нет, ну в том смысле, что у Грачевского работает с детьми. Да, и вот, ну первая большая серьезная роль, драматическая, это вот здесь. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».